У Федука sold out. Всего лишь второй сольник, а уже толпа орущих девушек, очереди на вход и тысячи голосов, подпевающих не всегда знакомые нам треки. Ну, не все, к сожалению, смогли присутствовать. Кто-то уехал на праздники отдыхать, но ничего страшного вообще. Несколько часов на саундчек и задержка концерта, чтобы все зрители успели попасть в зал до начала. Артист учел все нюансы. Все было запланировано даже на случай, если в зале все-таки появится заклятый коллега по сцене LJ. Дам ему браслет, чтобы прошел в гримерку. Леша своим присутствием Федю так и не почтил, но, кажется, этого никто и не заметил. Хлопья летели наверх, а розовое вино разливалось рекой по залу в штатном режиме.